европейским буддийским монахом Робертом Дурманом, профессором Дурманом, профессором Колумбийского университета. Собственно, вот наша сегодняшняя экспозиция посвящена этому. Я буду сегодня так кратким томатой на правах давнего друга, владельца галереи Константина Конколаева и, конечно же, Зарипта Даржиева. Когда вы проходили вот этот зал, видели много картин, посвященных животным, в первую очередь собак, и у меня в руках замечательная книга, которая называется «История искусства для собак». Замечательная книга, я прочел ее позавчера, буквально под одну сигару и под несколько бокалов виски, но сигара, правда, была большая, там дабл корона. Легко читается. Это история искусства, которое можно вот очень крупными буквами, все легко написано и правильно расставлены акценты. Замечательная совершенно книжка. Я позволю себе процитировать эту книгу. Значит, сюжет книги такой. Такса, такса высокого благородного происхождения, такса придворная, будучи с официальным визитом при своем короле в Питере, в Санкт-Петербурге, в Русском музее, убежала и познакомилась с дворовой собакой. Ну, такси, придворной такси захотелось какой-то свободы. Собака, как выяснилось, дворовая, но жила во дворе Русского музея. И вот такой диалог об искусстве происходит между таксой и дворовой собакой по кличке Рыжий. Рыжий спрашивает: «Ты ведь в русском искусстве не сильно просекаешь?» «Кое в чем осведомлена», — с достоинством возразила Таби. «Недалеко вчера нас возили по экспозиции Русского музея, то есть водили моего патрона с компанией, а он меня носил на руках. Иначе у меня было бы не увести, так было интересно». Ну и так у нас заведено. Перед этим готовились, монографии просматривали, волюмы всяческие. Немного, не очень вежливо заметил Рыжий. Ну и вкратце, каково твое мнение о русской школе? Ну, в двух словах. Иконопись и русский авангард. Кто не знает этих достижений, они у всех на слуху. Ну что ж, для начала сойдет. Хотя, конечно, маловато. Как-то извини по-туристски. По-туристски — это матрешки и балалайки. Впервые по-настоящему обиделась табакерка. Ну, табакерка — это имя таксы. Мы же вполне просвещенные зрители. Просто если суммировать мировые отзывы, так и будет. Локальная национальная школа с двумя выдающимися прорывами. Последняя — авангард на протяжении всего 20 века влияет на мировой художественный процесс. По-моему, совсем немало и уж ничего обидного. Я бы хотел задать вопрос автору этой замечательной книги. Всем рекомендую эту книгу. На самом деле автор, конечно, должен был бы экспозицию открывать. Заведующую отделом современного искусства Русского музея Александру Дайчу Боровскому, одному из критиков, арт-критиков с мировым именем, одному из ведущих кураторов современного искусства. Александр Ильич, я хотел спросить, а как вы видите место Зарипты Даржиева в свете диалога таксы и дворовой собаки из Петербурга? Собаки мы уже показывали, работу Зариптов, потому что мы делали выставку в Русском музее. Но вот мне кажется, что это свежая какая-то линия степь, она окрашивает сейчас всю культуру, и кино в особенности. И Зарипто уже лет 10 работает в этом направлении и борется с различными соблазнами. Соблазнами стилизации, соблазнами японщины, соблазнами китайщины, которые есть в мировом искусстве, и ведет свою линию. Мне кажется, это очень серьезный художник, уже многого добившийся. И мне нравится, что здесь есть воздух. Воздух каких-то движений, схваток, борьбы. Есть совершенно не книжное ощущение вот этого мира, который мы, в общем-то, мало знаем. И когда я смотрю на эти лица, то я вижу здесь и не стилизацию, и не гротеск, а какие-то действительно мешки, как это своя форма такая оплывшая, интересная, мощная. Собственно, есть у него свои подходы, свое будущее. И я уже много писал о нем. Мы издавали каталоги в Русском музее, вот сейчас будет книжка. Я считаю, что у него очень большое будущее и вполне приличное настоящее. Я думаю, что когда буду писать уже вторую часть «Искусство для собак», то если мы договоримся, то там, конечно, бурятское искусство будет присутствовать. На самом деле я поздравляю всех нас, что хорошая выставка, хороший художник, очень чуткий галерист, который работает с ним уже тоже не первый год, а это редкость в наше время.
Словом, спасибо, поздравляю всех. Спасибо, Александр Андреевич. И надо сказать, что несколько лет назад, когда у нас была выставка в Лондоне? 2 года назад, да? Александр Андреевич представлял Зеликто в музее Виктории и Альберта, один из ведущих музеев Британии, где Лондона, где у Зорика было открытие. Нынешняя выставка называется «Степная нирвана». Ну, различные словари дают разное толкование слова «нирвана». Это сейчас очень модное, популярное слово. Ни один хипстер, ни один человек, который занимается йогой, не обходится без вот этого слова «нирвана». «Нирвана». Что такое понятие «нирвана»? Чаще всего большинство словарей, я специально посмотрел словарь Мерриам-Вебстер, Оксфордский словарь, большинство словарей трактуют так: состояние покоя, гармонии, стабильности и радости. Однако его святейшество Далай-Лама в книге «Эссенция сердца сутры» так определил нирвану следующим образом. Это состояние, возвышенное над печалями, или состояние свободы от циклического существования. Я бы хотел автора этих работ дать комментарий, вообще, собственно, самой работе, которая будет выставлена 16 декабря в Нью-Йорке на аукционе Кристи, ну и вообще, что для него понятие нирваны, потому что некоторые толкователи считают, что нирвана можно достигнуть только после смерти, некоторые считают, что она возможна при жизни. Зорик, вот несколько вопросов сразу. Добрый вечер всем. Рад вас очень видеть. Буквально за час до сегодняшнего события, до открытия, мы с Александром Давидовичем ужинали и беседовали как раз вот на тему то, что происходит вот сейчас в моей жизни, что происходит вот сегодня на стенах. Куда можно двигаться дальше, стоит ли двигаться дальше, что было вчера, что есть сегодня. Знаете, я вот сейчас вот стоя, слушая, как рассказывает мой друг Эркин, я вдруг понял, что на самом деле я совершенно ничего не знаю и ощущаю себя школьником, может быть, подростком, который вот только-только взял на самом деле палитру, кисти, краски и только-только сейчас начинает делать там первые мазки. На самом деле это ощущение очень важно и очень, наверное, ценно. Его надо как-то постараться сохранить. Не знаю, как это будет происходить в дальнейшем. А к вопросу Эркина о том же, что такое нирвана для меня. Буквально вот только что давая интервью, я чего-то очень много наговорил. Сейчас я уже как-то ощущаю совершенно по-другому это слово. Скорее всего, для меня это вопрос. Если можно было сейчас поменять на афишах, я бы написал «Степная нирвана» и вопросительный знак. И думаю, пусть сегодняшний зритель, те зрители, которые придут в последующие дни, наверное, пусть каждый сам определится, что же такое нирвана внутри, для самого себя. А сегодняшний вечер пусть продолжается. Хотелось бы сказать, что ничего бы этого, конечно, не было без нашего гениального директора и продюсера Константина Фонсалаева, чьей галереи мы имеем счастье сегодня быть. Константин Казакович, скажите, пожалуйста. Очень рад, что вас так много, что вы все пришли. Мы все делаем для того, чтобы вам было интересно, здорово. Ну и, наверное, как бы чуть-чуть такая дань тому, откуда мы, с Байкала, с Бурятии. Хотя я считаю, что искусство, оно на самом деле безгранично. Наверное, как само понятие нирваны. Я рад вас всех видеть. Спасибо большое. Я еще хотел представить наших замечательных музыкантов. Рушан Аюпов, если вы помните, была такая группа «Бригада С». В свое время это лучший клавишник, основатель группы «Неприкасаемые». Фантастический человек, фантастический музыкант.
Женечка, видите, я подумал, все хорошо сказали. Мы все очень любим, потому что фантастический человек. Я вот не знаю, имею право это сказать или нет. У Рушана был инсульт, он нашел в себе силы играть одной рукой. Не очень много музыкантов. Есть люди, которые показывают силу воли, силу духа потрясающую. Вот Рушан один из них. Пожалуйста. Еще хотели бы, конечно, сказать, насладитесь его музыкой. Очень скромный, порядочный человек. Еще хотели бы сказать, конечно, бурятскому ресторану спасибо, который нам предоставил замечательную кухню. И позы. Позы – это вот как раз пограничное блюдо с Китаем. Как вы знаете, все блюда из теста пришли. И макароны Марко Поло привезли из Китая, и бурятские позы пришли из Китая. То есть лучшие в мире специалисты по тесту – это, конечно же, китайцы. Кость, как называется ресторан, который предоставил вам позы? Как? Адон. Да, ресторан Адон. Ему большое спасибо. Это по-бурятски «Чек звезда». Наслаждайтесь картинами и замечательным виски. А хочу обратить внимание, там есть виски специально, мы его сегодня впервые представляем. Виски сделаны в Шотландии, из выдержанных бочках из российского дуба. Ну, из кавказского дуба. Это не... Ну, легенда такая, что Рамзан Кадыров лично там ходил, их рубил, резал, вот, отправили в Шотландию. Всего лишь 18 бочек сделано. Только в России нигде больше вы этого виски не попробуете. Всего 18 бочек, все направлены в Россию. Это впервые сделан. Вот. Так что мы какие-то маленькие подарки вам хотели сделать сегодня. Спасибо.